Друзья, всем большой привет! Сегодняшнее видео я снимаю вместе с Патриком и про Патрика, но об этом немного позже. Сначала хотела сказать всем большое спасибо за все теплые слова поддержки, которые вы писали под видео, там, где мы везли Микусю на стерилизацию. Вы видели, что я тогда очень переживала. Спасибо за все ваши комментарии, мне было очень все приятно читать. Микуся тоже передает вам большой привет. Она сейчас на нижнем этаже отдыхает, она уже чувствует себя намного лучше, и 6 июня мы поедем снимать уже швы. Ну а сейчас давайте перейдем к теме видео. В общем, не прошло и недели, как я решила повести Патрика на кастрацию. Я решила его кастрировать. Это решение пришло ко мне не сразу. Я долго думала, читала, изучала информацию, взвешивала все за и против, советовалась с нашим ветеринаром. И все-таки, сложив все плюсы и минусы, я решила, что лучше все-таки провести эту процедуру. Сразу расскажу, что я не живодерка. Знаю, что некоторые будут такое писать. Нет, я всегда действую в интересах моих хвостиков. Я всегда делаю все самое лучшее для них, и на самом деле эта операция избавит потом Патрика от многих проблем, которые могут возникнуть в будущем. Плюс после этой процедуры собачки и здоровее, и живут лучше. В общем, все для Патрика мы делаем. Вот мы уже собрались. Сегодня поедем уже в ветеринарную клинику через часик. Там сначала пройдем все обследования, как мы и проходили с Микусей. Сделаем эхо сердца, все посмотрим, все изучим, ну и потом вот как раз приступим к операции. Я за Патрика немного волнуюсь, конечно, не так сильно, как за Микусю, потому что все-таки это не такая серьезная и сложная операция, как у Микуси, там целая полостная была, плюс у нее вырывали клыки, и сама по себе она меньше размером, она там 1800 с копейками грамм весит. Патрик у нас 2200, колбончик наш миленький, да. И плюс у Патрика уже, кто подписан на нас давно знает, была в детстве небольшая операция, и он хорошо ее перенес, слава богу. В общем, надеюсь, в этот раз тоже все пройдет как никогда лучше. Ну и вообще, говорят, что после кастрации собачки очень быстро отходят, типа на следующий день он там чуть ли бегать галопом не будет. В общем, все. Мы Патрика тоже подготовили. Посмотрите, какой красавчик. Расчесали. Маникюрный салон сделали. Когтикюр, как я называю. Не маникюр, а когтикюр. Да, лапочки. Посмотрите, какие у нас милые лапки. Ну и все. Сейчас будем уже собираться и выезжать. После осмотра и консультации нас направили в этот кабинет. Мы ждали ветеринара, чтобы сделать УЗИ сердца. Здесь у Патрика, как и у Микуси, выявили небольшие проблемы, но сказали, что это ничего страшного. Сейчас Патрику уже ввели наркоз. На две лапки сделали уколчик. Сейчас будет уже мою зайку, мою бусечку. Я тебя люблю. Ой, засыпаешь. Мою зайку. Видите, как он слабый? Прости. Это всегда так грустно. Я не знаю, почему я плачу. Я настраивала себя, чтобы не плакать в этот раз, но не получается. Знаете, на какой бы позитивный лад я себя не настраивала, все равно волнение, переживания сыграли свое. Дома я пыталась отвлечься и заняться какими-то делами. Вот, допустим, мы с мамой решили приготовить рыбку. И когда я была чем-то занята, я себя отвлекала, и мне было легче. Итак, мы сейчас выезжаем к Патрику. Вообще, нам его надо забирать в 4 часа, но вот мы решили выехать на полчасика раньше. Взяли пеленочку с собой, все. Едем через 5 минут, будем у него. Патрик! Патрик, моя зайчка! Завтра один выпуск, сюда второй два. Ты мой хороший. Патруся, все хорошо. Я так рада, все, мы уже забрали Патрика, он в воротничке своем. Он еще просто очень слабый.
Вот Микуся, когда мы пришли, она сразу подбежала к нам, начала нюхаться, а Патрик, ну, просто у него не было сил даже встать. Возможно, это еще от наркоза зависит. У Микуси был внутривенный, у Патрика внутримышечный, но вот он еще очень слабенький, но так нам рад все равно. Пришли домой. Патрик хороший. Тихо, тихо, тихо. Это я тут. Леночку тебе оставить или убрать? Все хорошо, Патрик. Ну, тихо, 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 тихо. Вот хочет это посмотреть, что там у него. Тихо, Патрик, некомфортно. Очень. Мой малыш, сладенький мой. Все хорошо. Успокойся, ждать. Патрик, лежи, лежи. Лежи. У Мики такого не было. Лежи, лежи, лежи. Тихо, я тебе могу вот так гладить, хорошо? Договорились? Я вам не буду показывать его животик. Хорошо, тебе так легче, зайка? Вот мы уже сидим так минут 10. Вот ему намного легче, когда я вот так вот его глажу по грудке. Но ему прям больно видно. Я с тобой. Тихо, тихо. Зайка, 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 спокойно. Патрик, Патрик, слушай меня. Патрик, я тут. Я застелила ему пеленочку на лежанку, чтобы, ну, вдруг, если пописать, ему мочегонное кололи. Патрик лежит, иногда вот так вот лапкой барабанит задней. Да. А еды, воды я ему не насыпала, ему до вечера нельзя. Вот Патрику нельзя снимать вот воротник, вот этот конус, потому что, ну, он точно будет лезть к ране. Вот если Микуся спокойно, то вот Патрик нет. Весь день я провела рядышком с Патриком. На кровать его было брать нельзя. Вот я даже на полу сидела, кушала рядом с ним. Думала, даже спать буду, если честно. А вот так вот кушал Патрик. Малыш, приятного аппетита, зайчка. Вкусняшка. С этой стороны. Все, вот так вот мы кушаем. Моя заюшка хорошая. Вкусно тебе было? Консервочку ему дала. У него уже стоит водичка, кормик, но пою я его с вот этой бутылочки, нам так удобнее. Итак, мы с Патриком уже вот следующий день. Сейчас поедем на обработку шовчиков и на укольчик. Мы сейчас подъехали к одному из зоомагазинов, чтобы купить консервочку, потому что у нас закончились. Мои хвостики все скушали. Угу. Да, Микусе нужна одна послеоперационная консервочка Monge Recovery, а вот Патрику обычную надо, Monge, с его любимым вкусом. Так что все, мама пошла покупать консервочку, а мы ждем и сразу после ветеринарку. Хорошо, что эта ветеринарная клиника находится рядом-рядом с нашим домом, буквально минута на машине. Ты зеваешь? Передавай всем приветик. Скажу, я уже привык к своему конусу. Правда, бывает, хожу-хожу и в повороты не вписываюсь. Он же привык к своим габаритам, а тут еще вот эта прозрачная штука. Итак, мама вернулась из зоомагазина, и просто посмотрите, у нее там целый пакет этих консервов. Мама, ты что, на год закупилась? Аж Патрик не выдержал, пошел смотреть. Ой, я даже не считала. Ой, он такой тяжелый. После операции еще 2 дня нам нужно было ходить в ветеринарку, чтобы сделать уколы антибиотиками и также обрабатывать шовчик. После этого шов мы обрабатывали сами дома раствором спирта и йода 1:1. Посмотрите, сколько много консервочек. И с вот этой милой собачкой, и с вот этой. Есть и просто монопротеины, есть с ягодками, с фруктиками. Все, Патрик, мы теперь богатые. У нас теперь много вкусняшек. Конечно же, после всех процедур я даю Патрику такие консервочки. Они ему очень нравятся. Вот посмотрите, как вкусно. Он даже вылизал всю мисочку. А кушать сам он из-за воротника не может, поэтому вот кормлю и пою я его. Знаю, что вы будете спрашивать за Микусю, как она поживает. С ней все хорошо. Еще раз спасибо вам всем за беспокойство, за пожелания о скорейшем выздоровлении. Она уже бегает, прыгает, носит
носится по всей комнате, как будто ничего и не было. Вот скоро я вам ставлю кадры, как они будут играться вместе с Патриком. Ну, то есть она уже идет на поправку. Микусе мы 6 числа будем снимать швы, а Патрику 7. Вот Микуся тоже последние дни кушает вместе с Патриком у меня в комнате. Она кушает свою консервочку Monster Recovery, а Патрик свои фрукты. Готовые, вкусные. А вот Микуся с Патриком играются, видите, что у них хорошее настроение. У нас, посмотрите, сколько много новых золотоваров. У нас здесь и переноски, и вкусняшки, и игрушки, и разные гаджеты. В общем, много-много всего. Следующее видео, скорее всего, будет о распаковке всех этих классных новинок. Но сначала нужно моим хвостикам выздороветь. Вот, посмотрите, какой Патрик у нас шумахер. А вам всем спасибо за просмотр. Мы вас любим, целуем. Пока-пока.